Добрый вечер. В эфире программа «Город. Действующие лица». Вы, наверное, заметили, что у нас в гостях очень часто бывают спортсмены или организаторы спорта. Это все потому, что у нас очень спортивный город. Вот и сегодня у нас в гостях начальник управления по физической культуре и спорту администрации города Краснодара Анатолий Мирошников. Добрый день, Анатолий Николаевич. Добрый день. Вот расскажите, 4 числа была зарядка, и она была какая-то необычная, эта зарядка. Вы знаете, вот она не была необычной. Она, кстати, была, наверное, самой обычной зарядкой для самых обычных людей. И что очень приятно видеть в этой зарядке, то, что это был посыл главы города Краснодара Евгения Алексеевича Первышова. Порядка это месяца назад Евгений Алексеевич собрал у себя в администрации и встретился со всеми именно, так сказать, ивенщиками в области спорта, со всеми общественными организациями. Организаторами спортивных, да, спортивных мероприятий, где он обратился к ним с одним вопросом. Ребят, чем я могу вам помочь, чем может помочь администрация города для того, чтобы вы проводили мероприятия, и что вам для этого нужно? Вот. И как бы ребята, это общественники, благодаря, кстати, вот этому совещанию, они между собой познакомились, сплотились. Это было дело не одной общественной организации, а нескольких. А вот. Чтобы они не сомневались, он вышел играть по стритболу, собрал команду по стритболу, по футболу. И даже, по-моему, и волейбол мы еще играли. И волейбол. Практически всех обыграли. Конечно. Понимаете, и вот этот симбиоз администрация города, общественность, и дает вот такой положительный заряд. И эту зарядку сделали совместно общественность наша, это общественная организация, и администрация города. Совместными усилиями мы пришли туда и спортсмены выдающиеся, пришли туда и ветераны спорта, пришли просто жители города Краснодара, потому что и в том числе телеканал «Краснодар» внес огромнейшую свою лепту, рекламируя это мероприятие. Мы начали его рекламировать, вы изготовили ролик и запустились. Поэтому сегодня спорт в городе Краснодаре, он поднят на самый высокий уровень. И сегодня уже говорить о том, что это какое-то муниципальная, административная работа, нельзя. Это сегодня работа каждого любителя, каждого человека, который в городе Краснодаре живет и выходит на спортивную площадку просто позаниматься. Ну, люди привыкают к этому, на самом деле, уже привыкли, что это стало модно, прийти на зарядку, и потому что каждый раз в зарядку идет кто-то новый, кто-то очень интересный, там и Пирог был, да, вот сейчас Руслан Алихвер, там, ну, очень интересные люди всегда ведут эту зарядку. Но я вам скажу, мы вот вообще проговорили с нашими ребятами. Это, конечно, зачинатель этого был Сергей, это он представляет у нас Федерацию воркаута города Краснодара. С ними, конечно, были и у него там помощники. И мы сегодня верстаем план таких зарядок. Мы их будем проводить в различных частях города. Конечно, рекламу мы будем давать, чтобы люди могли прийти. Конечно, конечно. Да, для начала мы хотим просто показать и вовлечь в это все весь город. Вот. И уже в ближайшую субботу на спортивном комплексе «Олимп» данную зарядку с 8 до 9 будет проводить у нас «Зумба». Это такая организация танцевально-спортивная, где что-то между фитнесом и аэробикой будет проводиться. Поэтому все желающие, приходите в 8 часов утра, суббота, 11 число, прекрасная солнечная погода, спортивный комплекс «Олимп», и поучаствуйте в зарядке. Ну давайте, раз уже вы сами эту тему подняли, тему Дня физкультурника, он всегда проходит у нас 11 числа. 11 августа. 10... Нет, он проходит во вторую субботу, августа. Да. Но в данном случае это будет 11 число, да? Да. Что там будет? Это будет на Олимпе, да? Традиционно проводится все это на территории вокруг Олимпа. Ну, мы традиционно проводим, мы проводили последний раз на Олимпе в 2016 году. В 2017 году мы переместились на улицу Красную. Это не переместились полностью, а у нас центральное было место, улица Красная. В этом году мы опять вернулись на Олимп. Ну, в следующем году... Я почему говорю традиционно? Да. Потому что в следующем году мы поменяем место, потому что нужно в разных местах проводить, и интересно. Ну, давайте начнем с самого глобального, это, конечно же, Олимп. На Олимпе будет задействовано все. Это и все парковые, так называемые, аллеи, где будут располагаться спортсмены. У нас будет там и спортивное ориентирование. У нас будет футбольный клуб «Кубаночка» презентовать свою работу. У нас будет футбольная школа. У нас будет школа американского футбола. Это также общественники федерации, которые занимаются. Развились они, да? Я помню, что эта тема очень тяжело шла, и что
невозможно было найти специалистов и место для проведения, все-таки они молодцы сделали это. Вы знаете, все, что движет, наверное, от людей, все, что движется от нас, от самих, потому что мы тоже люди, наверное, этому место быть, почему глава города и поднял этот вопрос, не то, что хотим мы, что хочет администрация делать, а он сказал, что хотите вы, ну, да, и чем мы можем вам помочь. Вот и все. И так же самое мы их выставляем. У нас сегодня будет очень интересный вид спорта, это спортивное воздухоплавание, мы будем его презентовать. Да, большой шар, семиэтажный дом мы надуть там не сможем, так как техника безопасности, тем более для него нужно место, но небольшой шар, это при, если не будет, конечно, дождя не будет, а если не будет сильного ветра, это порядка 7 для метров высоту. Очень важно, чтобы не было ветра. Это просто техника безопасности. Его надуем, чтобы могли все посмотреть, залезть в корзину, ребята поучаствовать. Будет у нас скалодром стоять. Это опять же наша федерация все делает. Можно будет посмотреть на дельтаплане. Конечно же, это все можно будет потрогать, в это можно все будет войти, как у нас наставят супер новую гоночную машину, ее еще не презентовали на гонках, она будет презентоваться у нас, а уже после обеда она будет участвовать в заездах на дрифте, поэтому это тоже будет интересный момент. Конечно же, главная кульминация – это награждение наших лучших работников физической культуры и спорта, mm-hmm. которые будут проходить на сцене возле спортивного комплекса «Олимп». Это эстафета. Это для детей. От главы города каждому ребенку будет мороженое подарено, чтобы он мог охладиться. И прохладительные напитки будут. Можно будет пострелять из лука, из настоящего, mm-hmm. и получить консультацию. Конечно же, будут открыты бассейны, как и каждый день. Можно будет прийти и в эту знойную жару в них нырнуть. Да, несмотря на то, что погода уже спадает, и лето идет на убыль. Но вода в бассейнах остается еще теплой, да. Я помню, что когда проводился вот этот праздник на Красной, то там выставились практически все спортивные школы города. И была возможность и узнать, и записаться. И это было очень интересно для родителей и для детей. То же самое здесь. Мы будем выставлять, каждая школа, каждое спортивное учреждение будет выставлять свой стенд, будет выставлять кубки, достижения, где будет стоять заместитель директора, mm-hmm. либо директор, и рассказывать, консультировать детей, консультировать их родителей. То есть будет такая возможность, конечно, родителям и детям, конечно, узнать об этой школе. Конечно, получить телефон и получить обратную связь, потому что уже с 1 сентября мы начинаем новый набор в секции, и мы начинаем и учреждение системы образования города Краснодара, департамент образования, тоже спортивный, тоже начинают. Поэтому можно будет получить всяческую помощь теоретическую для того, чтобы прийти и записать своего ребенка. Вы говорили о том, что вот проходило вот такое совещание при главе, это были все общественные организации, которые договорились о том, что совместно будут что-либо проводить. И я вспомнил, что совершенно недавно у вас тоже проходила такая встреча с волонтерами. То есть этих людей, конечно, трудно назвать волонтерами, да, они сами спортсмены, они сами организаторы. А вот эти ребята, которые были волонтерами на чемпионате мира, и они совсем недавно получили какие-то награды от администрации города. Расскажите, как это работало, как они работали и что. Ну, вы знаете, вот по волонтерам я, конечно, хочу поблагодарить своего коллегу, это Георгия Пронькина, это начальник управления по делам молодежи, который ведет постоянно работу с волонтерами и помогает нам, потому что наш комплекс ГТО, готов к труду и обороне, сегодня постоянно проводит наборы волонтеров. И волонтеры помогают нам его реализовывать, но совместно с управлением по делам молодежи. Да, они выдают волонтерские книжки, это все вписывается, все. Конечно же, то, что волонтеры сделали на чемпионате мира, и давай так вспомним, у нас была очень сильная жара. Вот. Но они стойко выстояли на своих местах, консультировали все. Ну и здорово помогли все-таки. Конечно, сам факт, приезжая иностранцев, иностранец, когда въезжая в аэропорт, в наш, он выходит, видит волонтер, волонтер встречает. Волонтеры были более 70% англоговорящие. Поэтому было очень просто и легко объяснить, как добраться до гостиницы, как приехать в парк возле
стадиона Краснодар, как приехать на улицу Красную погулять, также на улице Красной, и возле стадиона, и на ЖД вокзале, везде стояли палатки волонтеров, они консультировали. И я скажу, не только консультировали, рассказывали иностранцам, ведь много людей просто обращались к ним узнать, а как Россия сейчас выступает. Ну, да, и волонтеры, да. А это люди, которые подкованы обо всем. Были подготовлены. Подготовлены полностью, они знали счет каждой игры, они знали расписание, они болели за какие-то команды, это были очень интересные темы, и, конечно же, вообще проведение чемпионата мира в Краснодарском крае, в городе Сочи, тем более мы принимали одну из самых сильных команд в городе Краснодаре. Вот хотел спросить, как раз, чтобы закольцевать уже тему чемпионата мира, итоги вот для нас, для Краснодара, мы, к сожалению, не имели игр, да? Команды, которая бы играла здесь. Но, тем не менее, на нас тоже оказало определенное влияние. Как вы видите, будет ли толчок для развития физкультуры и спорта после чемпионата мира? Конечно же. Я скажу, толчок будет для всей страны, потому что то, что показали наши ребята, и это действительно патриотизм, это стойкость. Ну и организация какая была. Об организации, да, это лучше, уже признано всемирно, что это лучший чемпионат мира в истории футбола. Лучше еще ни одна страна не провела. И вот здесь заслуга наших волонтеров большая, и большое им за это спасибо. Люди работали бесплатно, только в удовольствие. Да, перейдем к футболу, нашему дворовому футболу. У нас есть в Краснодаре прекрасная лига дворового футбола, Краснодарская лига. И сейчас я знаю, что проходят отборочные соревнования. Расскажите, пожалуйста, как это все проходит. Вы знаете, вот лига дворовых команд у нас зародилась в начале прошлого года. И зародилась, опять же, от общественника, зажглась. Это Иониди Юрий Георгиевич, который пришел и говорит: ребята, вот давайте вот это создадим. Да, конечно, она уже претерпела большую реорганизацию, уже по-другому все проводится, и уже с большим охватом детей различного возраста. Но эту идею опять нам принес общественник. Конечно же, в городе Краснодаре футболу уделяется большое внимание. У нас два стадиона больших. У нас две команды, которые играют на уровне высшей лиги и играют в мировых чемпионатах различных. Поэтому у нас академия футбольная есть, откуда дети и берутся. Евгений Алексеевич в прошлом году дал поручение, и мы открыли школу футбола. У нас не было муниципальной школы футбола в городе Краснодаре. Да, и мы открыли школу футбола, куда набираем регулярно детей для занятий. Вот. У нас есть интернаты футбольные. Вот. И, конечно же, есть потребность в проведении многочисленных мероприятий. Конечно, самое крупное мероприятие – это Кубок губернатора, в котором мы участвуем, который проводится летом. Мы начинаем его еще весной проводить, так как город Краснодар очень большой, и мы в то положение, которое существует, мы чуть-чуть просим, чтобы нам сроки отодвинули. Ну, да, летом мы уже проводим, у нас тоже с большим охватом, мы проводим среди детей, далее проводим среди школ общеобразовательных большой кубок, потом среди округов, и сводится это все уже к финалу, и наши финалисты, ребята, выезжают на краевые соревнования. А можно я уточню? Вот есть вот эта лига дворового футбола. Ну, по моему представлению, это вот ребята собрались на самом деле, там несколько дворов, собрали команду и играют. А с учетом того, что есть у нас теперь муниципальная спортивная школа, есть спортивные школы различные другие, эти ребята, ну, которые уже фактически на профессиональном уровне, да, готовятся к футболу, они как принимают участие в этом турнире? Также подают заявки и принимают. Заявки у нас все принимает Центр физкультурно-массовой работы. У них есть свой сайт. Заявки мы принимаем как нарочно. Можно принести и отдать их также. И через интернет, выходя на сайт Центра физкультурно-массовой работы, можно в электронном виде ее отправить, записаться. И все. Никаких мы жестких требований не применяем. Самое главное – это легкая доступность для детей. Конечно же, без взрослых оформить заявку сложновато. Ну а должен быть представитель команды, это должен быть только совершеннолетний человек, поэтому может выступать любой родитель. Вот, либо сосед, либо организатор, либо инструктор –
Вот. И, конечно, нужно проходить медицинское освидетельствование для того, чтобы тебе не противопоказано было заниматься физической культурой. А кто форму им предоставляет? Они как-то форму сами. Я скажу, очень сильно в это сейчас включился депутатский корпус города Краснодара. Вера Федоровна Глушко, вот пришли к ней с этой идеей. Вера Федоровна, поддержите нас. Рассказали об вот этой идее дворового футбола. Вера Федоровна на Думе подняла этот вопрос. И очень многие депутаты по своим округам начали собирать команду. Да, называют там команда такого-то избирательного округа. Я знаю, в прошлом году они играли в финале, и вот место не помню, по-моему, ну, в тройке одна из команд, одного из округов города Краснодара, именно избирательных, была. Но депутаты болеют, я скажу, еще поярее, чем родители. Вот, ну, потому что, наверное, очень красивый вид спорта. Конечно. Самый массовый вид спорта. И самый доступный. Да. Давайте поговорим еще об одном массовом и доступном. Это ГТО. Оно возрождается после многих лет отсутствия, возрождается. Как все это идет и сколько человек уже в городе Краснодаре сдали нормативы ГТО? Выполнили. У ГТО есть определенные термины, и их нельзя нарушать. Я не очень спортивный человек. Да. Я вам скажу, ну, во-первых, хочется всех поздравить. У нас в этом году 20 лет, как образовались нормы ГТО. Угу. Все, сегодня у нас такой маленький, но юбилей. Я вас поздравляю. Да, в этом, этот год. Да. Вот. Сегодня более уже 14 тысяч наших горожан приняло участие первый раз, да, в этом году, в сдаче норм ГТО. Сегодня, конечно, нужно отметить большие организации. Ну, давайте мы на этих выходных, не на этих выходных, а буквально вчера у нас спортивный клуб, фитнес-клуб, принимал нормы ГТО у Роснефти, потому что такая большая организация привела туда всех своих сотрудников, вот, ну, по желанию, не всех, а по желанию, да, втянули. И они вчера передали эстафету ГТО, эстафета ГТО у нас с 16-го года. И очень хорошо хочется отметить, что, конечно же, первый, кто сдал нормы ГТО, это телеканал «Краснодар». Да, это, кстати, это истинная правда. Вы эту запустили, эстафету ГТО, это она продолжает жить. Мы ее запускали на один год, но она уже второй год перевалил за половину. А Роснефть передал кому? Передал X-Fit'у. X-Fit'у. Да. Вот мне интересно, X-Fit – это спортивные совершенно люди, которые каждый день занимаются спортом, и по идее для них не должно быть никаких проблем. Здесь не идет дело даже в проблемах. Здесь идет вопрос об оценке качества своего физического состояния. Раз. Да, но они сдавали, они эти нормы ГТО выполняли? Конечно. Они в первый день у нас ГТО вообще делится 2-3 дня подряд можно сдавать нормы ГТО. В один день, конечно, их сдать очень сложно. И если там есть и плавание, и бег, а это тяжелые виды спорта, то, как правило, бег сдается в один день, потом идут более силовые, потом сдается плавание. Вот я хочу понять, сами спортсмены выполнили нормы ГТО? Это мы узнаем. Еще пока... Да, вот, это только запущено вчера. Вот это очень интересно. Но я вам скажу, посмотреть. Не всегда выполняют. Ну, такие нормативы, как поднимание... Ну, давайте посмотрите, качание пресса. Один из сложных нормативов для мужчин, действительно, это точка преткновения. Стрельба из лука – это точка преткновения для многих. Ну, это на самом деле какая-то экзотическая. Ой, из лука, стрельба из винтовки малокалиберной, да, прошу прощения. А из лука, наверное, было бы еще интереснее. Из лука было бы интереснее, да. Это тоже норматив очень сложный, многие его сдать не могут. Его, конечно, можно обойти, но у некоторых есть принцип, потому что у нас сегодня люди пошли сдавать нормы ГТО по второму разу. У них уже есть знак, у кого-то серебряный, у кого-то бронзовый, у кого-то золотой, да. Они перешли в другую... на другую ступень, и говорят, я хочу, чтобы у меня еще в этой ступени было. Ну, да. У кого-то норматив увеличился, у кого-то уменьшился, потому что с этого года ужесточили нормативы, подняли их, либо уменьшили время, либо подняли количество раз, поэтому они стали сложнее. И многие себя захотели проверить. Это ж и подстегивает. Тем более человек, который занимается в фитнес-зале, и он, допустим, если норматив идет, там, потянуться нужно 8 раз, но он подтягивается 7 раз, значит, он понимает, что нагрузку нужно ему применять больше. Он не подходит под среднестатистического человека. Ведь эти нормы не просто так были придуманы, а это просчитано, что должен делать
среднестатистический человек. По-прежнему любой человек может прийти в центр тестирования, конечно. Да? У нас, давайте напомним, сколько у нас центров тестирования, где они находятся? У нас один центр тестирования, находится он в центре международной торговли на улице Советской. Угу. Вот, поэтому всем можно прийти, подняться, но лучше всего зайти, опять же, в интернет, где найти центр тестирования наш и записаться туда на прием. То есть можно таким образом? Конечно, можно позвонить и выяснить, когда прийти, куда прийти, какие документы нужно принести и получить полную квалифицированную поддержку по телефону. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь, и вас всячески сопроводят и расскажут. Потому что если брать места тестирования, там, где мы принимаем, у нас уже их больше 100. Это все общеобразовательные школы, это наши крупные спортивные комплексы. Мы сегодня протестировали даже театральную площадь, потому что на праздниках, на больших и на дне города, опять же, мы будем ставить точку ГТО, и все желающие, которые прийти, могут сдать там простейшие нормы. Это поднятие гири, то, что не требует там больших дистанций, это наклоны, это некие силовые упражнения, как бы там пресс, отжимания, это можно будет все сдать именно на театральной площади. Опередили меня немножко с вопросом. Я хотел напоследок задать вопрос по поводу того, что будет на дне города, потому что традиционно мы знаем, что на день города в один из дней там очень большие спортивные соревнования, показательные выступления. То есть вот будет сдача ГТО на день города. Еще что-нибудь готовится такое секретного? Вот готовится секретное, об этом мы не будем пока рассказывать. Попозже, да, чуть-чуть. Потому что небольшую интригу сохраним. Конечно, но у нас 225-я годовщина, это юбилей, и поэтому город Краснодар готовится к этому юбилею особенно тщательно. Хорошо, мы встретимся с вами обязательно накануне Дня города и поговорим о том, что это будет сделано. Еще хочу спросить, вы, будучи у нас на программе в начале лета, говорили о установке по вейкбордингу на Затоне. Расскажите, как все это работает, ходят ли люди туда, будет ли вообще развитие этому? Сегодня вейкбординг – это официальный вид спорта. Вот. Установку, да, на Затоне установила Федерация водных видов спорта Краснодарского края. Обучение именно в этом месте проходит абсолютно бесплатно. Далее, конечно, они осуществляют коммерческий прокат, но те дети, которые профессионально хотят заниматься, и я знаю, что они сегодня набирают бесплатную группу, у них уже есть несколько человек, они после того, как их поставили на вейк, они начинают делать расписание, дети приходят и занимаются там. Чтобы в дальнейшем можно это сделать. Конечно, сегодня говорить об открытии школы либо отделения в школе еще рано. Вот как про американский футбол, как вы правильно сказали. Они шли, сегодня они уже к этому пришли, они выезжают на соревнования. Также и по вейку. Сегодня необходимо создать это инфраструктуру, б, подготовить тренеров для того, чтобы они могли обучать детей, конечно же, привлечь детей, родителей в этот вид спорта. Нужно, чтобы прошло определенное время. И, конечно же, если этот вид спорта в городе Краснодаре получит признательность, мы будем его с удовольствием развивать. Анатолий Николаевич, спасибо огромное. Я думаю, что 11 числа все придут, весь город придет на празднование Дня физкультурника. И мы вас всех приглашаем. Наша программа завершена. Всего доброго. Но в завершении хочу напомнить, что на сайте tvkrasnodar.ru размещена информация о следующих темах нашей программы. Вы можете зайти на сайт, посмотреть тему и отправить свои вопросы. А на сегодня все. Всего доброго. До свидания.